Так, Сёма, давай гулять. Нет, старую утку не будем. Она себя плохо ведет. Ой, Сёма, что с тобой? Давай сейчас закрой, а то там старая утка идет. Ускори же. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, всем привет, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Середина декабря. Мы пасем уток. Выгнали попасти. Было холодно, сейчас потеплело. Сейчас смотрю на градусники 12. Ой. Ну слушай, днем не было такой ветерок, а? Как вроде ветерок какой-то это. Вот эти малыши у нас. 1 октября. Вылупились. Вон они какие мохнатые. Как поближе-то подойти? Отходят. Вот. Поздние утята. Вот этот тоже поздний утенок. Какие мохнатые стали. Щиплю травку. А где третий того? А, вон туда пошел. Эти опять туда далеко ушли. Так и собака выскакивает. Если бы не собака, то пусть идут. Курочка. Курочка. О, рыться ей надо, рыться. Здесь у нас этот гибискус на зиму обрезали. Красивый был, розовый такой. Пьют водичку. О, заныривают прямо только так.
Чё, собака? А где она, ты вообще видишь? А? Она там вот лежала. Где ты идешь? Я пошел, чтобы я не ушел далеко. Ну да. Вон она залезла куда. Дорогие друзья, середина декабря. У нас в вазонах петуньи стоят. Было у нас -5 ночью. И они вот выдержали. Петуньки здесь стояли. -5 была погода. Тут, конечно, ветра нету, но все равно. Я уж даже их и не поливала, сейчас надо полить. Думаю, все, замерзли. Нет. Нормальные. Еще сейчас петрушку покажу вам. Вот петрушечка наша. Середина декабря. Можно еще на салатик нарвать своей петрушечки. Это вот у нас укроп. Такой вот хорошенький, зелененький. Ну, конечно, укрыли мы его вот материалом, дуги накидывали. Дуги вот ставили и материалом укрывали. Морозы были. Ничего. Выстоял. Свой укропчик хороший. Как уткам без воды жить, да? Они вообще без воды жить не могут. Он уже сколько выпили, мусора натаскали всякого. Да поставили полчаса назад, да вот чистую еще, воду. Минут 20 уже прошло. Ну да, или минут 20. Вот все. Литров уже нету. И они уже грязи натаскали. Они уже сюда и купаться залезали. Да ты чё? Да. Да ты чё? Я уже выгонял. Выпустишь, думаешь, этот будут щипать травку. Они все тут. Кто-то щиплет, а кто-то балуется. Опять пошли туда. Ну. Все, надо опять оттуда угонять.
наелись, пришли пить. Все собрались. Вот эти малыши. Ну какие. А нам сказали поздние, поздние. Да, сказали не вырастут. Ой, они такие поздние. Все, яйца убирайте, они не вырастут. А мы-то не знали ведь раньше. Эй, ну куда отправили? Ну посмотрим, как они. Посмотрим, Вов, как они будут дальше расти, да? Все, они уже нагуляли, все обходят. Надо курицу сюда. Да. Потому что она бы целый... Пускай. Сейчас я ее загоню сюда. Ты стой здесь, я пойду в комнату. Так а ты-то с граблями, а я-то нет. А, ну да, да, давай. Вот погуляли, насыпали мы им пшеницы с кукурузой. Сейчас наедятся и пойдут спать. Еще тоже мы им даем айву. Вот так вот разрезаем. И они выклевывают айву. Щиплют, 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 наедаются. О, лежит, прямо лежа ест. Вот маленькие медвежата. Вот какие маленькие. Вот какие красивые.